Заданий куча, и это приятно. Нам есть чем заниматься в этом городе. Приветствую вас, друзья, с вами Верос. Тут заходишь, он сразу талант освоен, говорят. Гвиду можно другой. Вот, все атаки ближнего боя позволяют с некоторой вероятностью украсть дополнительный предмет. То есть, без вот этого навыка, ну, ближний бой там денег особо больше не даст. Бросок ножа, теперь вы можете пистолет-пулемет использовать. Давайте топор изучим. Изучай топорик. Все остальные... О, кстати, мисс... Да, я тебе забыл. Взять-то навыки. Тебе забыл. Все, исправляем это дело. Деловое соглашение в фракции. Переживем пока. Тут нам нужно ростовщика открыть. 68 в нас верит. Но, кстати говоря, здесь такая тема есть, что 68 мы все равно можем проиграть. Только когда вот реально зеленым светится, тогда у тебя шансы на победу, ну, максимально велики. Я думаю, еще одного, если мы наймем бойца, то уже сможем это дело прокручивать с мелкими. На автомате. А пока все-таки лучше разыгрывать. Потому что шанс в этой игре, ну, вот только при зеленом говорит, что вы... Ну, должны побеждать. Остальное ничего не гарантирует. Шикарно. Гвидо червоны. Червовый Гвидо. Как они сейчас идеально. Но у нее крит уже вот, хотя вот благодаря медвежьим патронам она, помните, 49 выдавала крит и не добивала, если вылетала. Вот теперь она будет их вот добивать даже 55, а не 50. Это хорошо. О, надо его и добить сейчас. Будет. Ага. I can't believe this. Плюх. Кровожадность. Ну, Гвидо так себе помощь в этой борьбе. Конечно. Ну, хоть что-то он может. Ай, сейчас тебя он добьет. Сейчас и ножичек достанем. Сделай красиво. Так, добыча. Бюро расследования отношений с фракцией Сухого Закона, полиция Чикаго. Захватываем. А, ростовщик 5000 даже. Ростовщика. Открываем. Мгновенный займ. Ой, актуальное название. Дурная слава 200, а мы, кстати, уже можем и на вечеринку к мисс Хоффман заявиться при желании. Найдена записка. Вы нашли на одном из тел записку. Если эта сволочь считает, что может бегать над нас, добром это не закончится. Забери у него все деньги и приходи в обычное место встречи. Шарик и фишка. Греби туда, от тела избавляйся, как хочешь, не плевать. Чё? Какой шарик и фишка? Найдена записка. Рубин Эстерхаузен шлет весточку. Мистер Зель, это Готфри. Приходите скорее. Уже в пути. Вон у нас, смотрите, какая контора ростовщика. А, встретиться с Маирой. А где? Не, у меня нет желания сейчас работать.
А где встретиться надо-то? Где нужно встретиться? А, ну вот, мастер на все руки. Сбегай туда. У нас заданий больше нет на время. Там же все это не на время. Ну, отлично тогда. Можно посмотреть сейчас черные книги, кто... 270, ну вот 150. Неизвестная фракция, аферист. Но мне нужен либо наемный стрелок, на самом деле. Дробовики, пистолет, пулеметы. Либо даже лучше, громила мне нужен. Громила, вот. Убеждение. Убеждение 36 всего лишь. Ну вот громила есть еще. Первоначальная стоимость 6000. Мне не хватает просто. Пулемет. Просто у меня есть хороший пулемет, который вот как раз таки пригодится. А она может использовать эти пулеметы. Повышает урон в ближнем бою от навыков ближнего боя. Эффект увеличится, если вы пьяны. А, мозоли. Плюс 20% к максимальному. Здоровье. Ну это у всех таких громил, судя по всему. Эй, how are you? Да. How are you? Снижает урон в укрытии. Увеличивается, правда, без укрытия. Так себе бонус. Hey. Есть вот еще здоровичок. У него уникальных особо навыков нет. Ну, как-то этот пупс мне не особо нравится. Я бы все-таки ее нанял. Нужно 6 штук. Мы немножечко сейчас потерпим. И наша мощь увеличится резко. Вы пришли угостить меня выпивкой или докучать мне? Это вам решать, мисс Годфри. Вы хотите выслушать мое предложение? Мы только познакомились, так что начнем с выпивки. У вас проблемы с деньгами, Мэри. Скоро могут появиться проблемы посерьезнее. Я могу облегчить вашу жизнь. Люди, которые за мной присматривали, мертвы. Меня взяли за жабры, зельник. И мы оба это знаем. Не играйте словами, чего вы, черт возьми, хотите. Вы легализуете мои казино, чтобы копы смотрели на них, как на овощные лавки, не замечая, что там есть волчье логово. Тогда я вытащу вас из долговой ямы. Я займусь этим, но мне нужна ваша защита. Пусть вы и опережаете на шаг других жуликов в этом городе, но это не значит, что вас не догонят. И мне понравится то, чем я занимаюсь. Я всегда защищаю свои вложения, а ваше местонахождение узнают лишь те, кому я доверяю. А я никому не доверяю. Так, и поговорить с Рубином, он сразу же тут у нас. Мистер Зельник, я видел, как наши парни куда-то уводили Готфри. Вы хотите ее спрятать? Тебя раздирает от любопытства, парень? Конечно, мистер Зельник, я просто пытаюсь научиться у вас всему. Я приставлю к ней охранников. Склад в Брайтоне для нее сейчас идеальное укрытие. Она останется там, пока не закончит. Другим боссам не понравится, что я вырываюсь вперед. Солгать. Я приставлю к ней охранников. Гараж на пирсе. Для нее сейчас идеальное укрытие. Она останется там, пока не закончит. Другие боссы пойдут на все, чтобы меня остановить. Давайте, мне кажется, он может подставить нас по сюжетной линии. То есть у мистера Зельника тут очень такая хорошая сюжетная линия. Интересно. Поэтому... пока что солгать. Я очень ценю ваше доверие, мистер Зельник. Ты уж постарайся не подвести меня. Ну, пятнашка. 10 тысяч. Как раз есть возможность. Получает осторожность, Максим Зельник. Изменение рейтинга с полиции Чикаго плюс соточка. И это мы можем сейчас с ними тогда пообщаться, по идее. Активность полиции, уважение фракции, дурная слава минус 5, мастер на все руки плюс 100. Торговать на почетного представителя.
блин, ну денег они хотят, смотрите, чтобы улучшить там. Если все отдам больше штуки, где-то полторы штуки, это плюс один всего лишь. Ну, пока деньги нам пригодятся. Черная книга. Кстати, уже ликвидировали одного. Ага, она вот не любит единственно его. Это косяк. Корпорация убийств. А может его отправить? Как раз. Нам что там нужно? Вам понравится. Будешь стучать нам. Найдите себе информатора. То есть мы сейчас сделаем следующим образом. Мы его отправим как информатора. Пусть он уходит. Должность мафиози. Тебя мы отправим. А, кстати, он может еще как аферист дробовики использовать. А как с тобой поговорить надо, да? Наверное. Выгнать, приблизить камеру к персонажу. Просто выбрать. Получен запрос на оформление регулярного заказа. Каждую неделю вы платите пойло, мы получаем 8 баксов. Ну окей, у нас производство пока опережает. Давай. Как тебя отправить? Оформить регулярный заказ. Замолвить слово, взять деньги, закончить в аду. Войну, в аду. Убежище. Укрепить. А ну-ка, как стучать? Вы будете поражены, найдите себе информатора. Ваш гангстер ступит. Для этого вам понадобятся информаторы. Чтобы сделать одного из ваших гангстеров информатора. А, кстати, да. Потеряли контроль. Нужно вот сюда его запихнуть точно. Он становится подельником. Должность подручного. Нет, 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 не здесь. Профессия посредник. Не помню. Найдите себе информатора. Снять выделение складки за... Подсказки нет, блин. И никаких наводок тут тоже не будет. Так, ладно, гангстер. Уволить, переименовать. Должность персонажа это переключить. Спугнуть. Мастер-пистолет. Биография жизни. Недавняя история. Убит персонаж-бандит. Становится мафиози. То есть он растет в наших глазах. Но он мне не сильно нужен. Совет... Вот, информатором сделать. Может вступить в другую банду, оказавшись среди врагов, он может саботировать заведение, красть деньги, подкидывать ложную информацию или пытаться убить чужого босса. Все. Ты идешь информатором работать. Там 30%, по-моему, в любом случае шанс был. Может тебя и выкинут. А ты к нам пойдешь? Вы хотите выбрать талант? Да. У нее уже один талант есть. Осыпает подразнить ближайших врагов, вынуждая напасть на вас. При использовании 40% сопротивления урона из любых источников. На 10% снижает урон при получении в укрытии. Но это мы видели.
Винтовки нет. Вы реагируете на перемещение и действия врагов. Так действия, в принципе, они... Ну, хотя шаг, если в сторону делают, реагируют, да. Yeah, fucking fantastic. Бери пулемет. И не выпендривайся, если что, главное. Если что, самое главное, ты у меня не выпендривайся. И все будет хорошо. Подельники, должность мафиози. По-моему, мне казалось, тут тоже можно было передавать. Вот такой веселой компанией теперь мы можем... Хотя я этого ж отправил, я думал, в пятером мы будем ходить сейчас захватывать все территории, в том числе и вот это соседнее, на автомате. Ну, проверим ее сейчас. И я предлагаю сходить, мелкую группировку уничтожить, взять под контроль район. Недельный доход, повысить кого-то до советника. В парк сходить, наверное. Завершите основное задание, Максим Зельник. Прием у доктора. Ну, хотя вон прием у доктора, денег дофига получим. Разберитесь с членами Черной Руки. Триумф. Где там парк? А, я в парк не отправился. Засадой мы разобрались, хотя когда... Ну вот с членами Черной Руки, ладно, разберемся сейчас. Это задание тоже было. 70%, но зеленым не горит. Хм. Ладно. Как так-то? Не хочет гореть зеленым. Хорошо работает. Пока без нареканий выкашиваем их. Здесь небольшой промах. Но мы чтоб наверняка уже ножичком поработаем. А он уже это откинет сейчас копыта. Ломик еще, пистолет. Получено 4 очка дурной славы. Немножко деньжат. Захватываем, конечно же. В этом регионе у меня ростовщик есть, бар есть уже. Можем казино открыть. Драгоценности короны. Следующее заведение. Ну тут что получается? У нас казино, бар открыт. А, ростовщика здесь. Нет, ростовщик-то в соседнем. Вообще немножко нужно еще заняться улучшениями сейчас. 2000, 1800 уже приносит. Давай 1000 здесь. Понемножку. Качество тоже надо поднимать. Чем лучше качество, тем мы будем
себя уютнее чувствовать. Отражение добавим. Не всегда будут хорошие отношения с копами, а сейчас это все-таки играет роль, не как раньше. Остальные деньги пока останутся в кармане. Они вам еще пригодятся нам, чтобы открыть новый бордель. Joint. 58, но здесь однозначно играем. 50-50 эти. Ну, давай. Надо гранату еще в идеале, наверное, купить на черном рынке. Мы можем ворваться в эту толпу зельником. Оружие ближнего боя у нас очень хорошее. И уже толком никто не наедет на нас. Ну что ж ты так, 75% было. Огонь на подавление сейчас будет. Вот это вот стрелять. Ох, в упор. Точно штурмовики из «Звездных войн». А ну-ка давай. Там, по идее, как раз тоже двадцаточки хватит. А, еще и крит ты выдал. Тогда точно хватит. Кончай стрелять, раздражаешь. Ну какие 50 на 50, да, шансы? Просто 50 на 50, реально, там вообще, если кто-то у нас еще и ласты склеит во время, а он может... при автоматическом расчете и ласты склеить. То есть тут риск сохраняется всех вот этих движений. Представляете, как оно обидно, да, так? Учитывая, как легко мы выигрываем вот это сражение, слить беспощадно кого-то из нашего отряда. Ух ты, окопный нож еще один. Ну, такой похуже, чем у главного, но от громили можно выдать его. Так, давай, бордель. Приятный вечер. Хорошее название, прям. Я бы только, наверное, сразу поставил бы улучшать его. Допустим, безопасность. Хотя бы для начала. Чтобы разобраться с черной рукой, нам нужно... Ох ты. Хоп-сингу, хоп-хей, ла-ла-лей. Туда аж идти. Можно разобраться с хранилищем, с вот этим. Давайте, наверное, отожмем. Талант освоен. Да, хотим освоить новый еще талант. Если на вашу цель действует эффект пометить, вы наносите ей на 20% больше дамага. В случае нападения автоматически отвечаете огнем из запасного оружия. Действие может сработать только один раз за раунд. Теперь наблюдение может срабатывать дважды. Вы можете отреагировать и дважды выстрелить по врагам, движущимся. Ну вообще вот это. Пистолет ему бы выдать. Еще крутой. Потом, когда он изучит этот навык. И вообще будет замечательно.
Убеждение 36, 36, 33. Ну вот тут только судью, если сделать. А вот лидерство есть хорошие показатели. То есть судья, она как вот лидерство там классно пойдет для другой должности. Там 500 сначала нужно накопить. Let's move. Ну давай, идем сюда. Разберемся с заведением. Заберем эту территорию быстро. Да. Как тут вас много. Okay, it's on. You're getting ruined. А, стреляй. В принципе, предлагает сразу того, в кого может попасть с наибольшей вероятности. Подлечить только вот я забыл зельника. Это плохо. Псы, ко мне. О, уже солиднее, смотрите, уже в жилеточках. Ребята помощнее. Так, а тебя бы я бы отсюда убрал на самом деле. Ну, сейчас мы вот этих бойцов продвинем вперед. И местечко освободится для тебя. Crush their skulls! Чуть-чуть не дотянул до зоны контроля. Так, иди сюда. Упс. Давай ты добей его. Ну ёптель-моптель, так нельзя. А что он там использовал? Под охраной щита на 40% урон снижается, да? О, давай вот этого. Я девахе забыл ножичек тоже выдать. Не спасло. Добей. Связка динамита прервал атаку? Нет. Но рядом доктор, поэтому, конечно, они будут не умирать. У нее способность эта пассивная работает хорошо. Хотя ей нужно взять еще в идеале, чтобы она сама не умирала, и все будет идеально. Вон, даже броники, смотрите, телохранители появились. Зельник пойдет, короче, разбираться с подкреплениями тут. Как Фрэнки Донован, который врывался, да, битой своей, вырубал одного за другим просто на одном ходу. Там, в раш входил. Сейчас, конечно, так нельзя уже будет мощно все это делать.
А давай, ладно, его. Для начала более мелкого, которого точно добьем. Так, а давай подойди чуть ближе. И дозор попробую. Хотя пулемет, ну, дозор маленький очень. Fuck. Damn it, I'm fucked. Быстро сыпятся. Кстати, не стал атаковать зельника. Вот Эми бы тоже такой вот предмет, который мы купили доктору. Чтобы здоровье увеличить. Он подавлен. О, подкрепление здесь подошло. Но он в упор. Как того требует империя ситхов. А, он на подавление стреляет. Пока у тебя золотой пистолет. О, я думал, не добьешь уже его. Но убийства, кстати, от кровотечения не засчитываются. Видите? К сожалению. Ну давай, ладно, иди. Ну, можно будет добить его. Оружие, если бы дал бы, возможно, разнесла того. Давай с пулемет попробуем. Примерно так же хп и снял. А, подожди, это ж не ты. Золотым оружием. Тогда ты еще прям вообще молодец, что его добила. Прям, хочу сказать, очень молодец. Прям хвалю. Судья-то с каким-то обычным. Выстрел с винтовки со штрафом меткости. Да пожалуйста. Добивать не особо практично в плане, да, ну, зачем, там, время тратить, ход, но бонус появился дополнительный, хотя бы по здоровью в бою уже есть смысл, ну и все эти плюшки пригодятся. Мистер Зельник. Пары попаданий хватило.
Прибежал, перезарядился, очки потратил. А могли бы завалить. Coming at you, loser! Говори за себя. Ладно, спрячься здесь. И просто. Небольшая зачистка по мелочи. What are you looking at, asshole? А, ну вот здесь сейчас, если я не останусь на месте, дробина хорошо зайдет. И чтоб наверняка добить. Мистер Земник. Так, ладно, хотя бы спрячься за частичным укрытием. Там еще одно кровотечение. Неплохо, еще и попадание, смотри, с таким-то шансом. В итоге очень... Все хорошо для нас. Ну, давай, ладно, стреляй. Так, с винтовкой подходить ближе, ты еще хуже будешь стрелять. Да, делай что хочешь, мы-то игнорим этот режим. Хотя в рукопашку иди. У тебя там небольшой дамаг, но зато нанесешь хотя бы хоть что-то. Thank heavens. Я думал, придется пистолетом выстрелить сюда, а потом добивать, но нет, нормально. Так, хотя бы небольшой дамаг. И познакомить его с нашим ножичком. Пистолетом ничего не сделаешь, ну иди тогда в рукопашку тоже. Не, здесь наблюдение, да, будет иметь эффект. Но телохранителя даже сейчас поднимать не станем, потому что он переживет. В отличие от вот этого. Который даже не потерял сознание, а сразу склеил ласты. Мистер Зельник. Ладно, жди. Но добил, к сожалению, он нашего. Просто активность полиции здесь увеличивается. Я хочу, чтобы Зельник это сделал. Так, жилеточка, ножик, кстати, лута тут достаточно.
264 дурная слава. Покупать ничего не буду здесь. Открывать заведение. Ну, можно напасть на еще одно маленькое заведение быстро. Его. Прижать. Открыть хотя бы кабак. Все-все за мной же идут. Все, отлично. Атакуем. Принять. О! Блин, ты один, но 49%. Если бы остальные, мы бы закончили эту битву сейчас быстро. Почему остальные не пришли, а? Кто проигнорил приказ? Даже крит вылетел. Ну давай его. Подлечил. Надо было все-таки того бить. Хотя здесь с дробиной мы сможем положить этого. Может и этот удачно встанет. Ну если отойти, там дробиной можно было бы положить, наверное. Попасть. Положить нет, а вот попасть. Дельник в соло заходит и выносит. Все. Даже своих псов не призвал. Но мне повезло, очень классную жилетку нашел. Это прям... Если честно... Знатно так-то помогает. Страшно остаться одному? Ну, один. В принципе, это уже хорошо. Но я сомневаюсь, что за ближний бой дают дополнительные предметы. Без навыков, то есть без вот этого у афериста. Так, нам подпольный бар здесь открыть надо. Офис. Просто офис. Правда, при этом следует сейчас заняться увеличением производства. Подлечи. Пока лечишь, нельзя ничего делать больше. Машину жалко, не приобретешь свою, вот, чтоб ездить так быстро туда-сюда. Такси можно пользоваться, вон они стоят между районами. Это же совсем не тот формат, правильно? Так, давай безопасность тебе пока улучшим. Так, назад. А склад... Нужно производство увеличивать. Пока запасов хватит. На первое время. Пока-то запасов хватит. Но это на первое время. Нужно еще открыть все-таки будет пивоварню. Хотя по одну. В идеале. Пивоварню. Можно проверить сейчас вот ради интереса напоследок, какой шанс будет вот здесь. Хотя, подожди. А сейчас лучше продать немного оружия. О, боксерские перчатки. Плюс 15 к урону в ближнем бою. Кстати говоря... Можно взять. Это можно взять. Режим продажи.
5 сотен за дробовик. Дробовик 5 сотен, 8 за это. 8 сотен за пистолет. Сейчас проверим. Дипломатия. Хопсинг. Обменять. Я тебе пистолет. Ты мне деньги. А чё нет? Почему нет? Он не хочет предлагать мне деньги? Смотрите, просто принять неактивно кнопка. Сколько? Сикока. Да, он денег не дает. Похоже, из-за того, что у него минус идет, видите, убыток. Доход отсутствует и ему не дает игра платить бабки. Хотя здесь тоже у него плюс. Странно. Перемирие. Не воюете, да, значит? Уже. Ну ладно. Сольем на черном рынке. Если что, сейчас просто снарядить. Тебя можно, кстати, забрать. Еще даже оружие, несмотря на то, что ты пошел внедряться. Боксерские перчатки. Окопный нож. Может, еще гранатку сейчас прикупим. Урон 11-19. У тебя лучше пистолет. Чуть, но лучше. И на том спасибо. Так, ну окей, хорошо. Черный рынок. Режим продажи. Дробовик продали. Пистолет продали. Через контур не работает. Моментальная продажа. А жаль. О, а жилет с шелковой подкладкой у меня еще есть. Режим покупки. Гранат, к сожалению, у него и нет сейчас. Гранат, к сожалению, нет. Необычный 2. Ну да, получше. Конечно же, из хранилища. Из хранилища. Деловое соглашение. Да, пока опять берем время обдумать. Там может что поменяться. Ну ладно, давайте уже проверим автобой, если что, в начале следующей серии. А на сегодня все, друзья мои. С вами был Вера, всем добра. Пока-пока.